Как работает накопительный водонагреватель? Смотрите новое видео Кабель РФ, чтобы узнать. А перед просмотром не забудьте подписаться на наш канал. В основе работы бойлера лежит принцип разделения слоев воды, который нагревается по-разному. При помощи змеевика, по которому от котла протекает горячая вода или тенов, холодная вода нагревается и поднимается вверх. Далее она поступает в устройство через трубку отвода горячей воды. После того, как некоторый объем нагретой воды сверху уходит, из магистрали поступает новая, замещающая ушедший объем. Таким образом и достигается постоянный нагрев. Так как процесс нагрева воды не мгновенный, то при слишком большом расходе воды ее температура на выходе начинает снижаться. Чтобы этого не происходило, размер емкости выбирается, исходя из необходимого объема горячей воды. Контроль температуры во время работы бойлера осуществляется с помощью термостата. При достижении заданного значения температуры контакт термостата размыкается, что приводит к прекращению подачи питания на нагревательный элемент или насос, направляющий поток горячей воды через змеевик. Благодаря используемой в конструкции теплоизоляции происходит поддержание необходимой температуры, и на подогрев уходит минимум ресурсов. Теперь вы знаете, как работает бойлер. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.